Всем привет, YouTube привет. По просьбе ребят был обзор маленькой лампочки Днепродент, вот теперь большой. Вот для начала она в сборе с небольшой моей доработочкой. В углу, как видно, занимает довольно мало места. Доработочка моя была в том, что я решил на нее сшить простенький вот такой чехольчик, мягенький, с поролончиком. Вот, чтобы она была, как говорится, в ажуре, то есть чистенькая. Почему? Потому что в гараже происходит и подготовка, и покраска, и шлифовка, и полировка. Вот, для того, чтобы лампочка была сохранная, я ее вот в такой вот вид привел. И также обзорчик экранчиков. Вот эти вот два экрана, вернее три всего я купил вместе. Вот этот экранчик, попытаюсь вот снять. Вот это шелкография, он называется лимонный экран. Вот, вот это вот просто белый матовый. Сейчас попытаюсь поймать на свет отблеск. Вот матовый белый. Вот. И третий экранчик у нас на лампе. Это я на всякий случай, была возможность, было стеклышко, я сделал как бы в запасик пару экранов, вдруг что случится. А случится что может? Вот. Взял и отбился чуть-чуть кусочек. При неаккуратном обращении можно, так сказать, поломать. Ну, приступим к лампе, к самой. Значит, лампа 70-ка. Сейчас я ее открою и покажу. Лампа 70-ка. Называется она так, потому что длина у нее 70 сантиметров. Значит, чем она оборудована? Вот он, глазочек показывает напряжение. Включается, выключается. Вот он диммер, делает ярче и тусклее. Вот это вот общий выключатель, включатель и включение полос. Вот три красных по краям, это теплые. И вот здесь вот видны выключатели черненькие, это включает холодный свет. Ну, внутри, в принципе, все то же самое. Сейчас я открою и покажу, что у нее там внутри. Вот что из себя представляет лампочка внутри. Вот они, полосы. Идут теплая, холодная, теплая, холодная, теплая. Вот здесь отдельным блочком выведено, значит, блок управления как бы лампа и блок контроля за напряжением. И вот они, полоски. Да, еще здесь присутствуют вот такие отверстия, их на просвет вы видите. Лампа в процессе работы выделяет тепло, это для вентиляции. Вот такая вот красавица лампочка. Сейчас я скажу ее размерчики. Значит, размеры, я говорю, по стеклу. Вот отсюда до сюда 68,5. Отсюда до сюда 18,8 или 18,9. Ну, грубо 19. Вот, собственно, и все. Ну, и вот они, стеклышки. Которые вот раз, два, три стекла я приобрел. Вернее, не стекла, а рассеивателя я приобрел вместе с лампочкой. Вот кратенько, как просили, сделал коротенько обзорчик лампы. Вот с торца она вот так аккуратненько все тут сделано. Вот такая лампочка. А вот, как говорится, полировал я машинку и ее загадил. Полироль с такой структурированной поверхности уходит не очень хорошо, очищается. Вот для этого, собственно, я и сделал вот этот чехольчик.
Ну, я думаю, что ответил на все вопросы, которые во всяком случае мне задали. Если что, пишите, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание, всем удачи, пока-пока, до новых встреч.